Привет! Выходные уже близко, и самое время задуматься, чем себя занять. Онлайн-программы и офлайн COVID-фри встречи. Все самое интересное в нашем обзоре. На встрече лектория «История смеха в кино», которая пройдет в музее Ильдара Рязанова, будет предложен портрет Говарда Хоукса, режиссера, которому удавалось создавать шедевры на территории вестернов «Рио Брау», нуаров «Глубокий сон» и драм «Лицо со шрамом». Однако в фокусе внимания окажется именно комедийный гений Хоукса. Гостей ждут в субботу. Один из самых долгожданных выставочных проектов года начинает свою работу с сегодняшнего дня. Коллекция Альфреда фон Вакана. Совместный проект Самарского областного художественного музея и Государственного Эрмитажа, приуроченный к 170-летию Самарской губернии. В экспозиции будут представлены памятники искусства древнего мира, привезенные Альфредом фон Вакана из многочисленных путешествий, в том числе настоящие шедевры, хранящиеся в настоящее время в Государственном Эрмитаже. Отдел искусств Самарской областной библиотеки приглашает на кинолекторий. В субботу покажут фильм «Кармен» 83-го года, а сразу после обсудят с киноведом. На лекцию от работников Эрмитажа приглашают в воскресенье в художественный музей. Гостей познакомят с шедеврами западноевропейской живописи и шедеврами античного искусства из коллекции Государственного музея. На этом все. Берегите себя и сохраняйте отличное настроение. Обязательное условие – наличие маски. Если решитесь выйти в свет, не забудьте об аксессуаре. В регионе сохраняется масочный режим. Пока-пока.